24 августа на медиплавильном заводе знатоки структурного подразделения Алмалыкского горно-металлургического комбината сошлись в интеллектуальной игре «Заковат», организованной в преддверии Дня независимости Республики Узбекистан по инициативе профсоюзного комитета и Союза молодежи завода. В борьбе разумов участвовало 10 команд. Сотрудникам из различных цехов завода были подготовлены вопросы на логику, а дальше правила неизменны – одна минута на ответ. Следует отметить, что работники МПЗ всегда активно участвуют в играх «Заковат», проводимых между структурными подразделениями, а также с участием городских команд и занимают почетные места. А благодаря внутреннему турниру завод открыл для себя новых интеллектуалов. Все команды сумели проявить себя, ответив правильно на большинство вопросов, но игра есть игра, и в ней должны быть победители. По итогам состязаний третье место получила сборная команда купоросного цеха и электролиза меди. Знатокам из ремонтно-механического цеха досталось второе место. Абсолютным победителем стали сотрудники металлургического цеха. Кроме того, член команды металлургического цеха Ибрахим Мирзакаримов и участник из купоросного цеха Бахтер Абдукадыров признаны самыми лучшими знатоками. Победители игры поощрены дипломами и денежными средствами со стороны профсоюзного комитета МПЗ. Подобные праздничные мероприятия планируется провести и в других структурных подразделениях Алмалыкского горно-металлургического комбината.